Слава Ростоцке. Glory to Ростоцка. А, типа, тут типа эпизоды прям. Типа, могу просто дальше пойти, да? И что будет? Ну, продолжить, наверное. А, типа, каждый раз, ну, типа, это тут ограниченное количество, типа, их, я так полагаю. Или как? Это просто из нового игру начинает? А, с вами Соня Санчес, добро пожаловать на шоу Сони. До даты выборов? Из эксклюзивного источника я узнала, что нападение бригады едва не унесло жизнь одной из лучших людей Петри. Понял. Сама жертва все еще под впечатлением от произошедшего. Отказалась от участия в шоу. Твоя коллега согласилась пролить свет на ужасающие события. Здравствуйте, офицер Шортс, добро пожаловать. Здравствуйте, Соня, спасибо, что пригласили. Есть ли новости о жертве? Да, офицер Кэмпбелл идет на поправку и вскоре вернется к патрулированию. Чудесные вести. Как я понимаю, взрывное устройство опрокинуло рекламный щит и едва не раздавил офицер Кэмпбелл в машине. Именно, бригада присобачила что-то типа мини-бомбы к щиту и заманила туда офицера Кэмпбелл. Ужасно. Спасибо вам за присутствие на шоу и за охрану безопасности Петри. Отличные новости. Недавно служба безопасности обезвредила крупную сеть контрабандистов, помогавших подросткам пересекать границу. Спасибо, что храните безопасность страны, пограничники. Это вот те, которые мне помогли. А теперь взглянем результаты последних опросов избирателей. Похоже, теракт по-прежнему в фаворе. Удивительно, но кажется, даже у Флорес нашлись сторонники. Должно быть кто-то из бригады. Как вам известно, шоу Сони очень озабочено ситуацией с молодежью, которая продолжает пропадать. Взглянем на сегодняшний выпуск подростков в розыске. Так, разыскивают. При угоне авто. Срок 7 дней, срок 15 дней. А что это у меня? Давай вот этого. С вами было шоу Сони. 143%, да, как обычно. Ой, там мне еще дальше ехать, да? Ну погнали, чё. Wild Boys. Опаньки. Ой. За восьмичку, с удовольствием. Ты, поехали. Ладно. Не смотри на нас. Чем нужно, парни? Делай, что скажем, и никто не пострадает. Уродно. А почему так одеты? Заткнись и жми на газ. Окей. Еще рафляна будет. Наш модер не завелся, когда прачно ограбили. Позорище. Думаешь, я не в курсе, Стэн? Ну, все, ты виноват. Ну, офигеть, просто Мич. А куда мы едем? Знаешь что, Мич? Может, тебе пора найти другого подельника? А вот, может, и пора. А вот, мелочь подойдет. Ладно. Ладно, бери мелкоту. Коту. По-любому, такая же рожа арестантская. Да, в смысле? Стоп, да? Стоп. Прервемся, пока мы не развалили лучший дуэт. Грабители в истории. Да, не стоит спешить. Дело серьезное. Да, вы два сапога пара, парни. Знаем. Включим радио. Поможет забыть про прачечную. Хорошая мысль. Давай включим. Час назад ограбили прачечную. Блин. Посредством очевидцев оба грабителя были одеты как садомаза и постоянно ругались. Хотя добыча стоила всего $72 четвертаками,
Преступники предположительно вооружены и очень опасны. Если увидите их, немедленно сообщите в полицию. Мы посмешим. Да еще и сама Соня про это рассказывает. О, черт. Пожалуй, можем все обсудить. Хорошо, видимо, это конец. Стэн и Митч расстаются. Мэри мелочь, напарники. Да, похоже на то. Ого. Вам стоит хорошенько еще раз подумать. Осталось последнее. Чтобы сориться, что мы делаем правильный выбор. Вот это все. Пусть он проведет абсолютный грабительский тест Митча. Погодите, вы о чем? 4 вопроса, по ответам на которые Митч оценит твою преступность. Даже среди правильных ответов станешь подельником Митча. Провалишь тест? Нам с Митчем придется... Не хочу даже вслух произносить. Что придется? Окончательный тест банковского грабителя. Первый вопрос. Что из перечисленного лучше всего грабить? Время пошло. Банк Петри. Кофе быстро питаем порачиваем. Ну, конечно же, банк Петри. Казалось бы, да, но их вообще-то очень трудно грабить. Да, очень трудно. Бля. Первое предупреждение, блин. Во второй вопрос. Когда лучше всего грабить? Блять. Ну, утром типа там денег еще не будет, а ночью тоже не будет. Может, или может в тумане? Блять. Это, конечно, тупо, но... Да, это реально лучшее время грабить. Видно плохо. Таинственность зашкаливает. Так, окей. Третий вопрос. На чем лучше всего валить с места преступления? Конечно же, на мотоцикле. Не, на вертолете круто, но его сложно доставать на мотоцикле. Казалось бы, но нет, блять. Иногда не ломается, бля, точно. Второе предупреждение. Последний шанс. Блин. Давай. Неочевидные ответы какие-то. Четвертый вопрос. Последний вопрос. Что же делать с деньгами в своем тайном логове? Закопать поглубже, спрятать стены. Попрыгать с ними на кровати? Это окончательный ответ? Да. Еее! Все это время вы валите подруги с тобой. Нормально, совсем. Всего-то. Объяснять даже не стану, все очевидно. Ух ты. Тест пройден. Знаю. Я его никогда не мог пройти. Хотя сам придумал. Вы меня точно не убьете. Так понимаю, вы эти раз с Синсом партнеры. Стэн, погоди. Скрушу добре. У нас, конечно, совпадение взглядов на грабеж. 120%. Без сомнения. Но я просто не могу себе представить ограбление на пару с кем-то, кроме тебя. Оо, и я, Мич. И я. О, это было прекрасно. Есть хочется? Хочу на грабеж. Давай зальем тачку и скинем соплявку. Хорошая идея, Мич. А может, я с вами пойду? Слышишь что-нибудь, Мич? Нет, Стэн. Забавно. Стэн, Мич! Для наркоманы, конечно, те еще. Так, нормально, тысяча... Сколько мы там проехали? 700 километров? Неплохо. О, вот это я заебался идти, конечно. Beat it. Так, а куда я пришел? Передатчики...
Локация рекламы отрядов юных пограничников. А, понятно. Прикольно. Блях, какой-то крушительный какой-то. Нельзя пройти. Идешь и крушишься. Ты что здесь делаешь? Опа, здравствуйте. А, да, мимо проходил. Things, ты все ломаешь, а? Nice. Это не очень-то вежливо. А, ну, сорянчик. Я тебя пугаю, да? Sorry. Прошу прощения. За мной. Хочу тебе кое-что показать. Ну, пойдем. Пойдем, он меня биту забрал или что? Impressive. Впечатляет, а? Что за место? Тут бригада раньше квартировала. О, хулиганье. Да. Таксиста встречал? Нет, таксиста нет. Surprise, о, да. Теракт в 86-м? Бригада устроила взрыв бомбы. У стены. Убило сотни людей. А вы из них? Не оскорбляй меня. Но один близкий человек был. Бухать так бухать же. Террористы, ответственные за взрыв. Так, подожди, да мы поняли уже. Почему они ушли? Тирак их нашел после теракта. Тех, кто тут был, арестовали. И многих больше не видели. Понятно, какао? Нет, кофе с молоком. Понятно. Так, давай, оглядись. А что за агрегатина? Это они звали Радио Дериум. Эта штука и помогла им вербовать народ. Ясно. Это я тебе и хотел показать. Я думаю, его стоит сломать. Вы только что сказали? Да. Его следует сломать. А, ну, хорошо. Ну же. А, бля! Победить радиобачным! Я давай доберусь! От меня не сбежать! Оу. Позже. А это и есть таксист, да? Ты таксист?
Люблю покурить после терапии. Я тоже попью. Что думаете про полицию? Дороги лучше не выматываться. А то в этот момент менты тебя и цап. Так что я курю. Много курю. Учится ваше первое встречение не настолько напряженное, понял. Который значит курить. Знаю, Флорес может сокрыть количество ментов. Я все же спрошу. Почему вы так ненавидите бригаду? Потому что они отняли у меня Лолу. А кто такая Лола? Моя дочка. Бригада. Они ее отняли. Мне очень жаль. Ей было всего 16, когда ее завербовали. Боб Винтерс, ее учитель биологии, завербовал. Боб ей всегда нравился. Боб Винтерс? Его я оставлю напоследок. Напоследок? Неважно. Сегодня день исцеления. Она была совсем ребенком. Ты же, ты прям как ведьмак разговариваешь. Да, день теракта в 86-м. Они послали с другими членами бригады к стене. Видимо, рвануло не так, как планировали. И ее завалило камнями. А у вас осталась только ненависть. Она хотела стать палеонтологом. Динозавров изучать. Она про них знала все, что только можно знать. Как назывались, что ели. Все. Дают трейлер за тобой? Ага. Конечно, она его украсила динозаврами. Это было ошибкой. В смысле? Не помогло. Ничего. Что именно? Разрушение дерева. Разговоры. Разговоры. Все стало только хуже. Беги лучше. А, я понял. Ну, я, пожалуй, пойду, да? А то нельзя было зайти, да? Блять! Ну-ка нахер. У меня отмычки нету. Если не по мне шмалять будет. Это походу его машина, да? Ладно, денег у меня не особо, поэтому... Саундтрек вообще прям половину атмосферы делает. А это получается все персонажи, да, которые мы можем встретить? Просто мы их при разных обстоятельствах встречаем. О, Зойка. Типа того. А где, мы за нее играем, типа? Или нет? О, граница. No concessions.
Опа. С учетом всей враждебности, неудивительно, что полиция применяет насилие. Стоп, тут уже что, полицейское насилие оправдано? Хорошо, что ты тут. Все не одно это терпеть. Все так плохо? А, нет, все понял. Люди мародерствуют, Джон. Что там хорошего? Мародерство разумное, если система прогнила. Думаешь, все так разговаривают? Надеюсь, нет. Но они все же нас подвезли. Это было мило. Хотя теперь они нас и мучают. Вот тут, знаете, Зои была в стоячей позе в машине, ничего не происходило. Из ваших? Ты пытаешься перейти границу, как и я. За верстучу, буквально. Так, сменим тему. А еще не. Опа. Что говоришь? Думаю, да. Да, для взрослых они прям понимающие вроде. Есть идея. Да? Сыграем в найденную мной игру и послушаем музыку. Держи мой плеер. Круто. Погоди. Раньше играть доводилось? Предпочитаю узнать, насколько силен противник, прежде чем его сокрушить. А какая игра, слышь? Я средней руки игрок. Значит, будет обидно. Прошу прощения. А, вот эта игра. А что делать не надо? Так, просто из-за того, что видеоролик не расплодился, эту сцену багала, по-моему. Блин, надо, конечно. А что сделать надо? Четыре в ряд? Сучка. Ай, блин. Ах ты, блин. Четыре, все, я понял. Еще разок? Давай. Тут что-то как-то обидно будет. Бля, что-то я провафлил. Ну ладно. Музыка так не обычно. До стопудово. Это самые разные записи. Вот, тебе на память. Survive. Что там? Jarrod is around. Спасибо. Итак. Почему ты решил перейти границу? Чтобы начать новую жизнь. Нет, чтобы мне вообще была жизнь. Отец думает, мне так повезло, у нас большой дом, я хожу в частную школу. Но это не так, поверь. Звучит не так уж плохо. Ну, так и есть. Вот что я тебе кое-что скажу. Может, и не следует, но кажется, тебе можно доверять. Мой отец министр нефти. О, да ну на. Плохо, ну да. Тише ты. Мне что сказали? У вас отличный фургон. Вы все говорит, не выведали? Спасибо. Поделилась с тобой, теперь легче. Я хотел кому-то рассказать, но нас выгнали из кемпинга, прежде чем я успела. А, это про меня. Можешь вспомнить меня по-прежнему? По-прежнему это как? Как высшее существо, с которым тебе повезло дышать одним воздухом. Надо попробовать. Спасибо. Эй, ребят. Ой, здрасте. Оу, удачи. Можешь спросить? Ну, конечно. Мне просто интересно, как по-вашему? Вы политически активны? Нет, не особо. А ты? Вовсе нет. Но вы свалите из-за проблем в Петре.
Даже не пытайтесь отрицать. Вы агент под прикрытием? Джофф, агент под прикрытием. А что, я не могу, что ли? В любом случае, раз вы собрались валить, значит, политически активны. По моим меркам, по крайней мере. Ну и что, допустим? А раз вы, Джофф, почти все. Как вы намерены изменить страну? Блин. Голосовать за нового лидера? Может сработать, не уверен. Система, возможно, сломана. Ясно одно, если что и поменяется, то силами молодежи. Наконец мы хоть в чем-то согласны. Не жду никаких перемен. Жаль слышать. О нет, ДПС. Скорость превысили? Не, в смысле, я так и не думаю. What the fuck? Если что, можешь идти, тем... Злой офицер. Всем сохраняйте спокойствие. Ребята, говорить будем мы. Да, мы как бы и не против, типа... Конечно. ДПС, мэм. Пойдите в водительское удостоверение и ПТС. Рады содействовать, сэр. Сэр? Да он просто без мозгов. Вот так, завали, тихо, Зои. Это ваши дети? Ясно. Как поживаете, сэр? Ты в порядке, детка? Как будто нервничаешь. Да не, все норм. Ты смахиваешь на одного из подростков-беглецов. А, мне все так говорят. Еще бы. Надо взглянуть на твои документы. Просто для порядка. А что если мы сделаем пожертвование на нужды ДПС? Пожертвование? Да, мы бы могли. Ну, в случае пожертвования, наверное, могу и призакрыть глаза. Спасибо, сэр. Вы же не всерьез собираетесь ему платить? Так, Зои, завали ебало, пожалуйста. И не пытайтесь помочь. Из-за как бы наша страна и разваливается. Прошу прощения. Тихо. Зои, завали. Это говно форменное... Блядь. Зои, ты как прям Итан в конце Resident Evil 8. Не трогай меня, свинья. Что нам делать? Не знаю, даже не знаю. Ай, бля. Оставайся в машине. Делай, что он говорит. Блин. Помочь. Ай, бля. Я тебя предупреждал. Повезло, что мне это не нужен. Бля. А я что, просто упал, да? Ноги затекли. Бля. Это очень странно было. А, и все, и те меня бросили, типа, а, понятно. Ну ладно. Ох, силушки уходят у меня. Опа-опа. О, вечеруха. Мы уже на ней были. Зря. Зря пытался помочь. Ну, типа, глупо это было, конечно, да? Конечно, она сама виновата. У нее синдром Итана.
быковать в неподходящее время. Ну, что у нас есть? Кассета. Прикольно. Так, план все знают? Да. Сто пудов. Поехали. Блядь, мне кажется, или тот поганец нас... Так, в смысле поганец, алло. Тут не нужно смотреть. Да? Ладно, ладно, чё вы... Какие-то конченые. О, Соня. Где он, Соня? Почти пора. Даже не знаю. Возможно, может, его на этот раз слишком сильно оскорбило. Найди кого-нибудь, чтобы все это снять живо. Ты знаешь, как ему это важно. Где я такого лоха? А вот и я. А, да? Пользу тебе. У Сони для тебя работенка, да? Круто. Ну, деньги не лишние. Отлично. Теперь ты мой новый оператор. О, камера Гай. Держи камеру. Все время... А, время сраного волшебства. Окай. Это просто джинса про... Че, про насос? Ничего особенного. Понял. Возьмем так. У меня вопрос. Тираках отправляет ловить подростков-беглецов. Что-то гром как-то. Так, Форс что сделает, потому что она не победит. А, ну, резонно. Хорошо, погнали. Начнем с заставки. Так, хорошо, с рекламным щитом за моей спиной. Да, да. Как я выгляжу? Охеренно. Во. Поехали. Where the Minister of Oil is moments away from a speech. The new pump, a gift from President. Так, у нас есть подарок Тирак, который начнет обогащать нашу и без того богатую страну. Снято. О, господи, ну мы... Так, в смысле облажались. Алло. А все не так плохо. Хорошо, мы только начали. Ну вот, держи. Для затравки. Че там? Счастливая звезда. Кажется, удача на нашей стороне. Все вероятности упадения кастрюли на 15%. Ой, хуёвый перевод. Ну, блять, какой есть. Что поделать. О, блестит. Так, я знал, что тебе понравится. Амулет на удачу. Мне помог. Может, и тебе поможет. О, спасибо. Ладно, персик. Теперь снимаем министра. Оставь толпу аплодировать, когда... И улюлюкать с неодобрением, когда упоминает Флорес. Ну я попробую, типа. А там я уйду, что все зашибись. А, понято. А. Да не вопрос. Обожаю слышать лапуля. Так, он подходит к подиуму, снимай. Вы про крупные планы. А как? Еее! Неплохо, пельмешка. Флорес. Флорес считает, что нужно отказаться от ископаемого топлива и оставить всех без работы. Что вы, труженики Петри, думаете о Флорес? Вообще говно. Хотя разговор об усилении активности бригады, беспокоит ли меня? Так. А, это его дочка, да? Президент Грант безопасности народа. Yeah.
Опа. What the fuck? А, понял, не... Да. Ну, типа, деньги зарабатывают вообще-то. Когда профессионалисты закончили портаж. Так, абсолютно. Там доставка была ничего. Отлично. Ну что, вся съемка вышла в норм. Вот, купи себе... Все купи. Денег 50 баксов! Охереть. Как бы говорится, 50 баксов есть 50 баксов. Спасибо. Со звезду уже давай, все. Уи. Так, и чё? Бля, пошрать ничего нельзя. О, бургер. Ом-ном-ном. Все, погнали. Почекай бачки. Блин, поздно прочитал. Ну, главное, хотя бы бургер нашел. Серьезно? Типа никого не нашел? Ладно, пойдем на автобусе пройдемся, что ли. Конечно, можно таксо вызвать. Повезло, повезло. И где науки? Hello? Алло? Говорить можешь? Yes, да, я так рад тебя слышать. So happy to hear your voice. Все в порядке, пап. Oh, good to hear it. О, рад слышать. I'm so proud of you. Я так тобой горжусь. Никогда мне не говори, где ты. Очень важно никогда этого не делать. Конечно. I love you, son. Люблю тебя, детка. Люблю тебя, сын, как бы. Ну ладно. Поехали на автобусе. Все равно забыл. Понял. Автостоп не сработал, почему-то непонятно. Уехали дальше. Алекс, о, Алекс. Я крутой пацан еще. О. Неплохо. Oh, hey, my homie. Здорово. Хочу какой-нибудь супер ужин, чтобы каждый в Петри получил по халёному бургеру. Этим капиталистическим свиньям пора немного поделиться. А ты? Направляйся к трассе 96. Я так и думал, что ты пытаешься свалить из тиранской помойки. Удачи тебе, чел. You should take a snooze on that gnarly pillow behind you. Gonna need energy for the road. Так, силу в дороге понадобится. Что там? Бэ, про вафлю.
И что мне сказал сделать? О! Отдохнуть чуть. О, отдохнули. Не в курсе, как границу перейти лучше. Я не хочу сбегать. Она знает одного парня, он знает другого, а тот знает одну девку. Она перешла по каким-то секретным тоннелям на границе. Да и в канализацию палец лишь бы сбежать. Скажу нечисто, личная гигиена для меня очень важна. Алекс, ты меня слышишь? Слышу. Бля, отличный комп. Там внутри приемник. Неплохо, а? Сам сделал. Это безопасно, Алекс? А все это мистер Медведь. Как всегда. Мистер Медведь? А, мой друг. Я вам помогаю. И его клубу по интересу. За информацию. Все, Медведь это не этот, не дальнобойщик, который? Какого рода? О моих биородителях. Они тоже были в этом клубе. Кстати, переключиться, но ты в курсе, Алекс. Мне надо знать, есть ли в округе, сам знаешь. Круто, что ему помогаешь? Слушай, давай на чистоту. Может, ты и дурость, но, мне кажется, с тобой можно. У мистера Медведя есть нелегальное радио. И он хочет, чтобы я проверил, где сейчас менты. Я заслышу, Алекс. Неформал, мило. Ура, не стану. Есть свои плюсы. Сори, мистер М, ничем помочь не могу. Зай, пытаюсь сделать так, чтобы дождь из мяса шел. Могу помочь. А, не переживай. Вот чего в автобусе может. Ну, с чего все просто, даже взрослый справится. Он самый клевый, да. Валяй, включи сканер. А, давай. Что-то не работает, слышишь? Ой, полный когнитивный провал. Батарейки забыл. Опа, батарейки. Петрия Энерджи. Фак и я. А, про медведя? Ну, он тоже клевый. Не, пацан тоже прикольный. What the fuck? Здорово. Так, надо послушать большой радиус. Так что активируем практически все усилки. Так, чтобы теперь нужно ровно 8 вольт. Так, 3. 4. 1. Так, именно готово к сканированию. Крутилочка настройки, пока не слышу что-нибудь. Так, здесь должны быть черками, кстати. А когда ты собираешься сказать побольше о родителях мистера? Договорились? К слову, Алекс. Да. Мы поговорим скоро. Обещаю. Че ты дофига обещаешь? О, вот уже насобачишь. Экипаж 8, как слышно, прием. Экипаж 8 слушает. Запаркован у заправки. Пока глухо. Прием. Продолжай искать. Пончики есть? Прием.
На горизонте чисто, мистер М. Они еще на прежнем месте. Транслируй давай. На прежнем месте? А, мастер М отыскивает местечки и оттуда передает свое мини-шоу. Ага, это он передает? Ты слышал голос по радио? Такая ржака. Спасибо, и чувак рядом с Эй. И Алекс, с матерью свяжись, лады. Уверен, ей тебя не хватает. Да не важно. Спасибо, Чел. От за помощь. Алекс за хакера. Прикольно. А теперь завалим жителей Петри халявным мясом. Бум. О, нет. Троянский конь поврежден. Ну, 347 человек получил халявного бургера. Уже неплохо. Следующая остановка. Так, я дальше поеду, а ты? А, моя остановка. Никис, чё? И удачи там. Да. Оу. Сокращается расстояние. Так, куда нас привезли? О, это заправка, по-моему, да? Мы в демке в нее играли. Или нет? Too young to die. Слишком молод умирать. Нет, ты меня послушай. Это непростительно. Ну, конечно, он согласился. Он думает, все игры. Проблема не в этом. Ты подвигаешь его в смертельной опасности. Богом, говорит, еще раз ты это скажешь. Ну-ка. А. Что ты же самое говоришь? О, это дальнобойщик. А. Хрен тебе успокоить. Какая сюда мелочь. Не, это ты меня послушай, это непростительно. Ясно. Здесь тирака не любят. Ну. Are you really that stupid? Ты кто? You don't want to go down this road. Что за парень на телефоне? Не, козок. Но мне не нравится. Он 14. Тут он злой такой. Тебе надо. Если ты, то извини. Тут только дальнобойщики едят. А что за парень на телефоне? А это Большой Джон. А я вам кое-что наслышал. Сомнительные делишки. Как до границы добраться, не знаете? Я подумал, кто? Член бригады. О чем ты спросил? Незаконно. Рвали отсюда. А ключ от чего? Банкомат. О, давай Lucky Star возьмем. Ты проиграл. Не такой уж и Lucky Star. Ладно, давай тирак возьмем еще. Ты победил! Доллар, блять. Купить лотерею. А, ну по документам. А, официальная только по документам, а у меня нет документов, да, типа. А чего я ключ спер?
Го еще. Слушай, деньги себе потратил. Ну ладно, давай еще. Сейчас за чаще выигрывает. Ну, попробуем. Оу, oh, yeah. Вот тридцатник! Вот это я понимаю. Тирак это разводила. Что-то наоборот у меня тут. Смотри, одинаково пацаны выпадает. Доллар. Давай еще тирака возьмем. Давай я доллар выигрываю. Так, я хочу еще тридцаточку. Давай. Блять. Ну тирак, не жадничай. Сука. Это всегда проигрывает. А давай еще одну. Понял, все. Эй, нахуй иди, короче. Сраная лотерея. Ну и уж тираке мне повезло, а там вообще ни разу. Оу, май! Он кол. Дорогая Марина, бесит, что меня используют подонки из бригады. Как патриот, тебе хочется позвонить на горячую линию, но это мой долг. Но я боюсь того, что они могут сделать со мной, с тобой и с нашей милой брюквой. Как бы мне хотелось быть сильнее, как бы мне хотелось быть как тирак. Всегда твой Рэндальф. Чё-то машина. Неплохо. $3! Так, погоди, мне надо узнать какой-то сейф. Дядя, а ты, короче, это там, типа... Где у тебя не написан код? Пойдем еще раз попробуем. Качем. Это в плюсе остался, ну чуть-чуть, да. Где может быть код записан? Грещиков? Нет, грещиков нету. Или прям внутри-внутри. Понятно. Ну ладно. Так, от какой машины у меня ключи? Ой, я могу? Ой, батончик возьмем.
А, я съел, типа? This is wrong. I swear to God, if you say that one more time, don't tell me to calm down. You're putting the kid in danger. You don't want to go down this road. Don't tell me to calm down. You're putting the kid in danger. I swear to God, if you say that one more time. Жаль, какой машинный ключ там есть? Listen to me now. Leave Alex alone. То есть взял ключ от машины, а от какой непонятно. Of course he said yes. He thinks this is all a game. That isn't the problem. You're putting his life in danger. Я могу дорогу перейти? Не могу. What the fuck? Don't tell me to calm down. You're putting a kid. Listen to me, Robert. You asked the kid to make you a bomb. А, судьба? Ну что? Так если что-то случится, я тебе башку отрублю. Все понял. Какой злой. А в шорте. Алекс, да я. Можем поговорить? Не-не, послушай, пожалуйста, не делай этого. Я знаю, что тебе обещал, но тебе не надо этого делать. А, про 14, понял. А ты че пялишься? А, сорян. Какой злой дядя. Young blood, come over here. Ну ладно. Слушай, извини, что наорал раньше. Я просто на себя зол. Ладно, я поел кое-что, и мне полегче. Я рад за вас. Я заедаю эмоции, ну, что сказать. Ну, жмёч, давай поболтаем. Ну, давай. Есть совет по пересечению границы? Нет бабок, нет выбора. Это безопасно, в основном. Главное не злоупотреблять. Дороги бывают одиноко, а? Похоже на то. А у меня тут куча еды. Перекуси. О, пожалуй, да. Лучше? Все равно выглядишь так, как будто марафон в пустыне бежал. У меня есть идея, почему тебя не взрывают в дороге? Вообще не помешало бы. Да. Пора вставать, мелочь. Ты тут на тех 85 километров проехал, на велосипеде. Охереть, ничего себе. Да нормально. Так, извини за такое пробуждение. Да, неплохо. Рад слышать. У вас там пищит что-то. Это парень, с которым я говорил. Жутко умный. Понятненько. Это Роберт. Это я на него наорал по телефону. Забавно. Когда-то я считал его другом. Бля, музыка просто вообще прям. Почему вы разозлились? Он попросил пацана бомбу сделать. Из этого пострадал полицейский. Теперь он хочет бомбу побольше для дня выборов. Так вот он человек. Использует детей. Еще в 86-м то же самое провернул. С девчонкой по имени Лола. Слушай, страшно не хочу просить, но мне нужна твоя помощь. Ну давай. Спасибо. Пацан меня слушать не станет, но может тебя послушает. Если с ним поговоришь о нашей чистоте.
Ну, я попробую. Спасибо, мелочи. Радио перед тобой. А. Сейчас, подожди, посмотрю тут что-нибудь еще. Алло, алло. Что там, уличный рекорд даже не планируется? О, не, ну круто, круто это. Это не Джон. Кто это? Мы с Джоном знакомы. О, он там, не так ли? Ну да. Чувак, я так и знал. Мы можем поговорить? Че, не хочу хамить, но для чего мы разговариваем? Потому что жену на тебя не плевать. Ясно. Я же он тебе рассказал, что я делаю для Роберта. Ну что, я не понимаю, о чем тут говорить. Тому лучше повеси трубку. Не отключайся! Почему? Неужели ты не видишь, что Роберт тебя использует? Ну, даже если и так, я его тоже использую, чтобы получить соединение родителя. Иногда для общего блага кто-то должен пострадать. Да, пацан, ты что-то конченый. Ты знаешь, что Тирак делает с детьми? У тебя такие задатки, Алекс. Когда-нибудь я открою собственное дело. Ага. Из тюрьмы не получится. Вот что. У меня мало времени. Я обещал Роберту, что скоро будет готово. Не надо, парень. Ты не хочешь руки в крови марать. Уж поверь моему опыту. Я просто хочу узнать про родителей. Все от меня запираются. Пожалуйста. Джон, расскажи ему про родителей. Я не знаю, с чего начать. С имен начни, ёпта мать. Наоми и Стивен. Так звали твоих родителей. Пойду спать на работу завтра, поэтому... Давай, спокойной ночи. Я сейчас тоже заканчивать буду. Сейчас добьем эту, наверное, эпизод. Скажи еще что-нибудь. Так, работать не останавливайся. То, что сделал... Меня это ранило, Джон. У нас был уговор. Я тебе доверял. Знаю. Мне жаль. Прости, пожалуйста. Хочу знать больше, но не так. Можем скоро увидеться? Ты мне расскажешь все, что знаешь? Обещаю, парень. А что с Робертом? Я скажу, что хочу уйти из команды. Что на самом деле хочу игры делать. Вряд ли он обрадуется. С Робертом я разберусь. Скоро увидимся, лады? Хорошо. Пока, Джон. Увидимся. Помогло. Алекс, не сделай бомбу. Спасибо, мелочь. Благодаря тебе он в безопасности. Секунду. Так, и что, будем плохими ребятами? Угоним машину. Так, сейчас.
полицейской академии? Тысячи наших граждан, включая меня, считают, что закон необходимо изменить. Сенат Петри желает, что президент терпит правил вечно, законодатели не имеют вам мешать. Petria, after all, is a democracy. The road. Да, поставим. Что там за the road? Тоже ушел. Блин, ну давай. Спасибо, что зашел. Что там? Документы на авто. Зарегистрировано Бартоломео Вандербильта. Неплохо. Попью. Поехали быстрее. О, твою мать. Any idea how fast you're going? I'm gonna need your license and registration. Конечно, мам. Good. Real good. Часто патрулируйте тут. Everywhere these days, including Road 96. Прав-то у меня нету. I'm working a case that requires it. Бля. Можешь спросить, что за... Можно? А, отвечать мне нельзя. Газ в пол. А, можно так? Нельзя газ в пол, типа. Вот, держите. Бартоломео Вандербильт. Серьезно. Да я побрился недавно. Не время, детка. Терпеть не могу врунов. Минутку. У тебя проблемы. Да? Я думаю, надо... What the fuck? Думаю, что можно ее выпить? Так, в смысле, ты еще со мной поедешь, что ли? What the fuck? Бля. Я типа стараюсь. Эти деревья вырастают прям. А как? Как быстрее ехать? Да еду и так, алло. Ай, бля. Бригада была? У тебя значок на тачке Rolls, а Rolls еще не было. Иди, парни. Да? О, документы.
I should have never gotten you wrapped up in this. What was I thinking? Бля, ну типа уже поздно. Before all the cops get here. Это шутка, да? Go! Я не знаю даже. Go now! Ну пока. Госпропуск. Получилось с том вариантом диалога с полицией. Опа, нет. Интересно. Ну, поехали. Девять километров. Но мы уже близки. Так, а, ну да, мы опять пришли, короче, да? Так, дорога 96. Это мы... А, это мы из лесу вышли. Там ничего нет. О, а здесь должен быть нарисован этот, да? Голубь, которого я рисовал. Да. Там вряд ли что-то будет. Здесь все так же. Отдыхать. Это единичку восстановит. Давай отдохнем. Что в этот раз полиция не проезжает. Ну, идем вдоль дороги. Это, типа, видимо, эпизод везде одинаковый, наверное. Хотя, может, и нет. Так, 0 километров, мы на границе. Денег у нас них, ну, в смысле, нету. Значит, придется по горам идти. А, ну там, в принципе, и этих-то нету, контрабандистов-то больше. Их же за жопу взяли. И отмычек у меня нету. Ты что сделаешь? Хочу перейти, но нет денег на контрабандиста. Может, я просто скоро домой вернусь. Ну, все же варианты, да? Открыть отмычкой. Силой залезть. Там пройти, либо опять. Ну, на контрабандистов денег у меня нету. А там стоит дядька? Или нет? Он стоит, смотри. Не, он так неинтересно. Ну, тем более денег у меня не хватит все равно. Поэтому... Давай ему денег дадим. Держи. О, спасибо. Не знаю, как благодарить, удачи. Дальше по грузовикам пройти. Там будет мужик. О, дай. О, мужик.
Подожди, а у меня? Нет. О, нифига себе. Может, какой-то экзамен сдать. А это ваш грузовик? Да, что? А поможешь через границу перебраться? Слишком низко. Бля. А мне все равно не хватало. А можно передумать? Ну ладно. Давай попробуем сдать экзамен. На похорону на заграничного работника. Давай. А, нет, извините. А можешь зарегистрироваться? А с этим что? Прикольно. Это ж я у этой, ну это, у нее выпало удостоверение. What the fuck? А чё все такие унылые? О, ливень пошел. Ой. Да? Тест будет трудный. Только самые грамотные граждане будут The majority of your pay will be sent back to your homeland. Так. Your number will soon be displayed. Bless our beautiful nation. Glory to Arstotzka. Это мой номер? А какой у меня номер, слышь? What the fuck? What are you doing? Your number's on the screen. А, да? Откуда я знаю, что это мой номер? Хуебать, здравствуйте. Готов. Я не знаю. Тихо. Вопрос. Ваш номер кандидата. 13. Старшему ребенку. Через 10 ты просто слил ретракт. Пусть здесь следует. Вы же очень молоды. Ну, я такой, да. Вы тест, насколько останетесь за границей? Всего на 5 лет. Что, сколько будет вашему старшему ребенку, когда вернетесь? Ну. А, в смысле, я же сказал ему 10. Если... Так, знаете ли вы или членом черной бригады? Что за черная бригада? Прям подпольная ли передача? Только чест. Нет. Когда случился теракт бригады? Так, где-то себя через 10 лет после трусливого теракта бригады. 86-м, да? 9-й вопрос. Кто наш великий президент? Тирак, конечно же. 11-й вопрос. Что из перечисленного вам нравится больше всего? Так. Патрулирую с юными патриотами. Так, вот данный ответ на все вопросы. Петрия — демократическая страна. Поэтому теперь ты можешь задать один вопрос.
Нет, это глупый вопрос. У меня нет вопросов. Не знаю вопросов. Хорошо. Это серо можно в приемной. Бля, думаю, короче, меня повернут. Надеюсь, тебя не арестуют. Хорошего дня. What the fuck? F? Блин. Просто выгляжу младше своих лет. Спасибо. Надеюсь, он пройдет мимо. Кто? Допущен. О, допущен, допущен, 13 допущен. Номер 13, you have passed. Stand up and leave. Oh yeah. Вообще, как два пальца. Свалю нахрен. Свобода. Nothing is more important, but there are many others in Petra still looking for it. 7-6 дней спустя, election day, так, день выборов. Что там горит? Так, ну по идее мы взрыв предотвратили, типа, ну, по крайней мере, пацан бомбу не сделал. And their journeys have only just begun. Фартануло мне. Так, один сбежал, второй сбежал. Третий, четвертый, пятый, человек шесть еще, да, наверное. Прикольненько. Бенджи, закончим, наверное, на этом. Еще одно будет долго, наверное. Как-то это. Блин, интересная очень игра. Прям вот. Прям вот круто. В атмосфере похоже на Life is Strange. Но такое такое. Только в стиле road movie такого. Прям круто. И музыка. Музыка просто шикарная, я не знаю. Надо найти саундтреки все прям. Может, там Spotify какой-нибудь есть плейлист, надо будет посмотреть. Ну, еще, наверное, сколько? Это две главы? Ну, еще главы четыре, наверное, если так вот посмотреть. Раз, два, три... Ну, может, пять там с этим днем выборов. Хьюлетт-Паккард, кстати. Да, давайте, наверное, завтра продолжим.